Всем привет! Я проснулась минут, наверное, 20 назад. Вот, и я сейчас иду к португалкам. На самом деле, они меня вчера пригласили на бранч. А я все проспала. Я проснулась в 12:30. Вот, а они приглашали на 12:30. Ну и в общем, они все равно говорят, конечно, приходи. Вот, ну я опоздала на 20 минут. Вот, сейчас иду к ним. И мы будем кушать вместе и готовить. Вот наш стол. Блинчики, сосиски, яичница. Они купили, как это называется, господи, дыню. Они купили дыню сейчас, ну ладно. Молоко и сыр, и всякая приправка. Шеф. Клаудио, tell me please, what did you put to this magic meal? I just want to make something very, very clear. It wasn't me. And I don't know if I like it. Она взяла сметану, киви, добавила варенье и еще сверху добавила корицы. Ну, в общем... I'm not gonna be able to finish if you give some. I cannot pick it up. I want to film your reaction. Okay, but look first. So amazing. Mm. I'll do it for you. It's good. Like it. It's weird. Not weird. It's really weird. Can I try? I want to try it. Of course. Сейчас я это попробую. Мне понравилось, реально вкусно. Это немного странно, правда, но вкусно. Мы придумали новый рецепт. Я ходила в магазин и купила йогурт. Но это не йогурт, это сметана. Это сметана. It was you. You bought it. Yeah, but I meant milk. Yeah, but I asked and I sent pictures first. Uh-huh. In a way, it's good. It's so good. Все, мы покушали, я теперь иду домой. Мы посидели там 2 часа. Вот девочки там еще остались, они там песни поют. Вот а я иду с Димкой, пройдемся по улице, потому что погода сегодня хорошая, солнышко светит. Вот нужно гулять, поэтому мы пройдемся. Привет, я с вами еще не здоровался, а Катька уже с вами виделась. Да. Знаете что, я заболела немного. Я очень удивлена, потому что я чувствовала это дней 5 назад. Я думаю, ну все, пронесло вроде. А сейчас вот так резко просто сопли начались и все. Я тоже удивлен, ты мне не говорила про это. Только что, вот, я тебе говорю, прям час назад у меня начались сопли. Да. Ну, в общем, да, на сегодня хоть погодка более-менее, потому что сегодня даже ярко солнце светило, был такой момент сегодня. В общем, да. И сейчас, ну, в принципе, небо снова облачное. Вот, но все равно как-то светло, потемнее было на этой неделе. А мы сейчас пришли в мое любимое место, здесь вот река, и я, честно говоря, уже жду, когда здесь будет весна. Вот, и мне кажется, что здесь все будет зелененькое, очень красиво будет. А Кате не нравится это место? Нет, да? Мне нравится это место, но это не мое любимое место. Мое любимое место в центре города, там, где мы живем. Мне нравится наша улица, на которой мы живем. Она очень милая, и там очень симпатичненькая, такое все маленькое. Угу, миниатюрная и миленькая. Мы зашли в очень прикольную, но очень дорогую сувенирную лавку. Смотрите, например, футболка здесь стоит 50 евро. У них здесь очень популярны вот такие вот сувенирчики, как домики. Мне очень нравятся такие миленькие. Я, может, даже себе, когда буду уезжать, куплю себе. Смотрите, я в Риге. Красивенько. В общем,
прикольный магазин, но нам не разрешили там снимать. Да, вообще, и он очень дорогой, там очень дорогие. Да, блин, мы в Испании снимали 50 магазинов, наверное, за 2 недели, и нам вообще все разрешали, даже ничего не говорили. Сейчас подошли и запретили. Обидно, потому что здесь очень много прикольных сувенирчиков. Вот, правда, очень дорогой магазин. Там стоил брелочек на ключи. Сколько он стоил? 6 евро. 5,99. А такая наклейка, самая обычная с флагом наклейка, Латвии. Наклейка, да, маленькая. Да, маленькая. 1 евро стоит. Наверное, поэтому они запрещают снимать. Хотели попасть на рынок местный. А он закрыт, он до 5 работает. А сейчас 5.10. Да. Вот он. Кстати, вот это здание, точнее, 3 вот этих вот как здания. Это раньше... Ох, их 4. Да, их 4. Это раньше были ангары для дирижаблей. Представляете? Да. Мы это узнали из фактов про Ригу. Или про Латвию. Да, да, да. Мы смотрели на ютубе видео, это называется «Факты про Латвию». Или что-то типа такого. Вот, и там был такой факт. Смотрите, что здесь есть. Хостел для котов. Класс. У них даже свой адрес есть. Да, на тарелочке типа написан. Мы дома, я уже в кровати, потому что мы ходили в зал, кстати, после того, как мы погуляли, мы пошли в зал. Вот, и сейчас мы пришли домой. И я очень устала, прям, знаете, вообще очень хочется спать. Кстати, мы вот заметили по латышам, конечно, мы не сильно общаемся с латышами, но все наше общение заключается с продавцами в магазине, вот, и где-то там обслуживающим персоналом максимум. Ну, в общем, что мы заметили, что, в принципе, латыши не очень дружелюбные, не то, что не дружелюбные, а и не грубые, я не знаю, как сказать это, в общем... У них нет эмоций. Вот знаете, вот мы привыкли в Испании, ты всегда заходишь в супермаркет, и всегда тебе там улыбаются, всегда вот есть вот это, о, да, здравствуйте, спасибо, да, до свидания. Вот. А здесь как-то ну, так, здравствуйте, будете брать это? Берите. 2,50. Все, идите. Вот. И для нас это так немножко, знаете, странно. Иногда кажется, что они тебя презирают. И мы всегда думаем, что к нам плохо относятся, что мы что-то делаем не так. А Димка сейчас играет в приставку. Вот я не знаю, как у него еще есть силы играть в приставку. Мне вообще сейчас ничего не хочется, кроме как упасть в кровать вообще и заснуть. Вот что я сейчас, в принципе, и сделаю. Вот. Спасибо всем за просмотр. Всем пока, всем до завтра, хорошего дня. Пока-пока.